действительно приходится глазами искать знакомые объекты, которые сейчас не только видоизменились, да, но естественно, что засажены какими-то насаждениями, аллеями. Научный сотрудник музея Татьяна Хмелева показывает уникальные фотографии города. Многие из них долгое время хранились в фондах музея и выставлены впервые. История одной улицы – новый проект, который придумали музейщики. На этих панорамных снимках – строительство проспекта Металлургов. Таким образом, музей намерен рассказать о многих улицах Темиртау. Помимо фотографий, здесь собирают и истории старожилов города. Вопрос этот очень важен, потому что сейчас очень много говорится о патриотическом воспитании. Мы считаем, что любовь к родине должна начинаться с любви к своей улице. А любить – это значит знать. Сотрудники музея считают, что такой масштабный просветительский проект может длиться вечно. Главное, чтобы он нашел отклик в сердцах горожан. Те, кто посетит вот сегодняшнюю нашу фотовыставку, которая показывает не только горожан, какими они были 20, 30, 50 лет назад, но и показывает, какими были улицы. И, может быть, они имели другие имена, эти улицы. Я думаю, горожане с удовольствием вспомнят, и, может быть, даже откликнутся и что-то интересное расскажут нам об истории улиц, на которых они живут. Проект стартовал в рамках фотовыставки «Мгновения прошлого». Здесь можно увидеть парад молодоженов, соревнования на водной станции, городские праздники, личные фотографии и даже первые выборы в Темиртау. В общем, все о жизни темиртауцев много лет назад. Вот из всех этих, казалось бы, житейских моментов и складывается история города. Выставка собрала более 30 фотографий, увидеть которые можно на двух этажах музея. К каждому изображению прилагается историческая справка, поэтому любой посетитель сможет узнать об истории города без помощи сотрудников. Экспозиция продлится в течение месяца. Светлана Лебедева, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.